В рамках реализации партийного проекта «Историческая память» одинцовские активисты «Единой России» приняли участие в акции «Свеча памяти». Мероприятия прошли сразу на нескольких площадках. У мемориала воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в деревне Жуковка, мемориала «Вечный огонь» в Одинцове, в поселке Горки-2, а также у памятника в селе Знаменское. В Одинцове вместе с партийцами и ветеранами в акции участвовали активисты волонтерского движения и общественники, а в Горках Вторых был выставлен почетный караул. Возложены цветы и зажжены свечи в память о тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.